Получив витраж, достаем его из упаковки, ложим горизонтально на стол, разрезаем скотч. Снимаем верхнюю часть, упаковочные материалы, сдвигаем витраж на край подложки и, придерживая руками, поднимаем почти вертикально, опираясь на стол. Берем одной рукой витраж, приводим его в вертикальное положение, удерживаем, ложим подложку на стол. И, перехватываясь двумя руками, поднимаем витраж. Если нужно, приводим его в то положение, в котором он должен останавливаться. Все это проделывая строго вертикально, чтобы он не перегнулся и не сломался. Покажи, как ложить витраж. Для того, чтобы положить витраж, если нужно будет устанавливать на горизонтальной поверхности его, то ставим на стол, придерживая рукой, подставляем подкладку снизу и, придерживая руками, вместе с подкладкой опускаем на поверхность. Вот, ложим тут. Вот